вышли из нашего отеля вот такой там с лепниной. И идем опять в город. Майк Александров. Улица называется Майк Александров. Решили опять помёрзнуть. Такие здания красивые выходят на озеро. Вот такое красивое здание. Подходим к такому зданию необычному, с таким барельефом. Пока не знаю, что это. Резное, расписное. Вот так вот красиво улица. А прямо перед нами Чикагская фондовая биржа. Вот оно, Чикаго во всем его великолепии. Такое красивое здание с фронтоном таким интересным. Это библиотека. Мы вчера проходили. Вот такая вот Чикагская центральная библиотека. Красивый город. Сейчас мы ждем поезд. Корреспондент снимает, как ходит электричка между двумя домами, точнее четырьмя. Классно? Холодно, блин, капец. Такая вот электричечка. Ну и вот мы стоим под метрополитеном. Вот такая красота. Настоящий Чикаго. Вот такой поезд едет. Просто очень интересно и необычно. Вот так выглядят чикагские закоулки. Это задний двор красивого модного дома. В общем, как видите, ничего здесь красивого нет. Мусорные контейнеры, а это парковка. А вот такой вот у нас Рузвельт Юниверсити, прям в даунтауне. Здание старое, высокое. В той стороне у нас озеро Мичиган, аренда байков, как мы катались в Майами. Вот такая остановочка. Снега еще нет, но уже посыпали каким-то реагентом фиолетовым. Потому что ожидается завтра, ой, не завтра, послезавтра ожидается снег. Завтра. А это какие-то тут куклы Вуду стоят, непонятные. Вот.
Да, вот я же говорю, какие-то... Там, может, цветы были когда-то? Вот такой вход в электричку. Ну вот. Флаги. Как видим, флаг США, флаг Украины. Стоит заметить, что полно флагов Украины в Чикаго, где висит там дальше. На мосту тоже флаги. И еще какие-то здания тоже флаги висят. Автобус Чикаго, Мичиган. Ну вот очередной переулок. Сейчас едет поезд. Пошел поезд. С поездом между домами. Вот, кстати, здание DePaul University. Мы когда-то думали сюда поступать. Ай, красота! Ай, красота! Вот в этом весь Чикаго, ребята. В общем, институт Чикаго... Как это? Искусство, да? Да. Вот такие впереди там львы, украшенные венками. В общем, арт-институт. Вот так выглядит. Должна сказать, что очень много в даунтауне Чикаго всяких учебных заведений. Очень много. И какие-то комьюнити-колледжи, и какие-то еще там различные. Вот, нам Порш едет. Hello, Порш. Какая-то темная в Порше. Вот. И каждое здание очень красивое. Какие-то барельефы. В общем, все было дорого-богато. 70-е, 80-е годы. Ну, а мы идем дальше. Смотрим. В общем, погода пока хорошая, назовем это так. Тепло. Относительно. После того, как мы надели 50 штанов, 35 кофт и по 5 пар носков, замотались шарфом, надели теплую шапку. Пока нам тепло. А как будет дальше, мы посмотрим. Ну и вот мы опять уже в дневное время подходим к Миллениум парку. И вот такой вот фонтан. Естественно, у нас воды нет в фонтане, иначе все замерзло. Да, вот можно посмотреть напротив. Вот такое интересное здание. Вот там современно, а здесь старинная такая архитектура. Все старинные здания, все резные, расписные, с барельефами, все очень красивые. Так, ну и идем к этому фонтану. Вот где лица. Что-то лица одни темные. Вот. Так, и на другой стороне тоже. Вот так вот лицо. Вот Злата наша, как капуста одета. Вот она, знаменитый фонтанчик Чикаго. В лицах. А вот фонтан с меняющимися лицами, моргающими, улыбающимися. Сейчас что-то там изменится, я думаю. Вау, стоматология, реклама. В общем, как-то вот так, в центре Чикаго. В общем, такой фонтанчик в центре Чикаго. Вот такая вот панорамка к другому фонтанчику. А вся композиция выглядит вот так.
А мы пойдем дальше, к Фасолине. Здесь еще есть такие вот камни необычные. И наверху стекляшки висят, если вы видите. Вот такие вот интересные. Вот тут у нас боб. Там вот у нас каток. Люди фотографируются. В общем, вот такая вот обстановочка в Миллениум парке. Вот даже голубь ходит. Вот, увидел своих девчонок вместе с индусами. Ну как вам дневной Чикаго? Не замерзли? Ну ты все тайны не рассказывай. Вот такой бульвар и каток. Мы вчера там были. А мы проходим к Миллениум парку и идем к Фасолине. Ну и вот зимний утренний боб. Ну, облако, клауд какой-то там. Какой клауд? Клауд гейтс. А, клауд гейтс. Да. Короче, ворота облачные. Кто-то фотоаппарат оставил. И вот прыгает вот так замечательно. Давай еще раз прыгни. Вот мои девочки подошли к Фасолине. Зай, ну я же снимаю, вы отворачиваетесь. Вот мои девчонки подошли к Фасолине. Ну, почти как Кремль, мавзолей. Если не были здесь, значит, не были в Чикаго. Сейчас я их пофоткаю. Ну вот мы опять на Фасолине. Пришли сегодня днем. Она интересная и днем, и ночью. Ну, думаю, надо и днем сходить, пока не совсем снег не выпал. Погуляем сейчас и поедем в Эванстон. Ну вот мы от прекрасной Фасолины. Повернемся влево. И увидим замечательный летний театр и зимний тоже Чикаго, Миллениум парка. Посмотрите, какая интересная сцена. Там, кстати, есть санузлы, если кому-то нужно. Вот дядя туда пошел. И вот сдалека поснимаю этот прекрасный вид, который знает весь мир. Вот так вот. Попробую сделать такую панорамку всей площади. Вот Маринка влюбилась в мальчика в розовой морковной. Все, сказала мужчина ее мечты. В общем, замусоленная фасолиня. Смотрю. Кажется, я тоже тут отражаюсь. Идем посмотрим на елочку опять. Настоящий каток в Чикаго. Так и хочется, чтобы это осталось в памяти. Фасолина, Чикаго. Даже не холодно уже, или уже замерз, не чувствую ничего. На улице так минус 5-7 ощущается. Но люди гуляют. Вот мои девочки опять на Фасолине. Красиво как, а? Ну, отсюда, от Фасолины, мы подойдем к елочке. Вот елка, правда, нифига не видно днем. Даже шариков нет, он такая лысая. Да, еще. Но она натуральная. Елка натуральная, они ее просто украсили белыми и голубыми огнями. Вот елка, которую не видно, а вот тут мы. Елочка голубая, красивая. Чикаго. Даже еще не замерзли пока, да? 21 декабря,
почти Рождество. Народу гуляет много разного. Поэтому мы тоже гуляем. Прекрасный город. Всем советуем сюда приехать хоть раз в жизни. Мы уже второй раз. И не жалеем об этом. Поэтому приезжайте в Чикаго. Особенно на рождественские праздники. GoPro, снимай фото. Златочка разговаривает с телефоном и с камерой. Молодец. GoPro, снимай фото. Красавица моя. GoPro, снимай фото. Она не снимает фото. GoPro, снимай фото. Господи, как красиво. Это же город настоящий. Это же просто космос. Вот такие девочки симпатичные фотографируются. У нас таких даже в Далласе нет, блин. Так. Студенты ходят. Такая тоже тут есть парковая зона интересная. Да, это вообще тут фонтан, и перечислен там основателем Миллениум парка. Ну там ничем мы туда не пойдем, фонтан не работает. А мы от елочки прогуляемся к вот этому, к этой колоннаде. А, какая красота! Возле полицейской машинки вот такой вот Чикаго Полис. Полиция Чикаго. На страже закона. Вот так вот выглядит парк. Ну и вот он, фонтан поближе. Девочки не подошли, но мы подошли. Вот такая красота. Фонтанчик за моей спиной. Очень красивый. Приезжайте в Чикаго. Ну красиво же, посмотрите. Автобусы поехали, двухъярусные. Красавица. Пока мы стоим на светофоре, тут торговцы. Кукурузу с какой-то фигней, сладкую вату продают. Вот елочка с этой стороны. Это торговцы. Перекресток мира, можно его так назвать. Все, переходим. Песня на ходке играет какая-то там. Еще один портал, где ходит электропоезд. Здание Трампа. Вот оно, Чикаго. Башня Трампа. Видно, не видно, не знаю. Но мы идем дальше. Вот школа Art Institute of Chicago. Там вот какие-то арт эти выставлены. Инсталляции.
вентиляции, а тут что-то пусто. Ну, это тоже, значит, искусство. Музей Иллиноя. Какие-то деревяшки. Это у нас вот автобусная остановка такая. Какие-то тут, короче, автобусы ходят. И это, наверное, зеленая велодорожка. Так, мальчики с нарушенными ресницами. Или это девочки, короче, фиг разберешь. Вот такие огромные часы. Аллея Мейсис. Видно и красиво. Котеночек, переходим. Часы заметили, какие классные. И здесь такая вот улица Гурнов. Вот у нас как украшено здесь. Разномонетный Чикаго. Люди интересные. Одни горны, видите? А мы идем дальше. Это Чикаго, ребят. Идем дальше. Вот такие вот витрины. Вот такие вот дудки. А вот, вот так украшены витрины Мейсис. Как торговый центр, можно сказать. Все гуляют, фотографируют. И вот так тоже вот. Тут еще какой-то крутится мишка. Вот так он крутится. И такие вот дудки, в общем. И часы. И вот еще одни часы. А, красота. Были мы вот здесь. Ах, какая красота. Чикаго. Впереди нас ждет. Чикаго театр. Тут есть такие велосипедики, можно их взять в прокат. А мы проходим к театру Чикаго. Сейчас зафоткаемся. Вот Златочка фотографируется на фоне Чикаго.
театр Чикаго и кукурузные площадки. Чикаго, театр.